Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы Все так. попали... Все так. Мы попали в лабиринте. Там нашли новую маску. Кроме того, после этого у нас оказалось, что очень сильно забит инвентарь, поэтому последнюю серию я завершил на том, что сказал, что начну продавать всякие вещи. И, как я уже говорил, продавать вещи здесь настоящая головная боль. То есть у всех продавцов очень мало денег, и натурально... Когда лут им собираешься продать, приходится перемещаться между городами и искать всех торговцев, и то все равно все не можешь продать, тупо потому что у них нет денег на все это. Короче говоря, видимо, придется мне как-нибудь в будущем найти этот мод на богатых торговцев. Хотя я не люблю такие вещи, но придется, похоже, его установить, потому что это уже превращается в мучение. После каждого похода продать вещи становится натуральной проблемой. Но суть в чем? Я, короче говоря, по ходу дела прокачал бич драконов, заточил его, теперь он у нас 50, теперь мы будем им пользоваться. Так что это наш новый меч. Я буду им пользоваться вместе с эльфийским мечом ужаса, что тоже неплохо само по себе. Кроме того, я здесь в доме взял нашу вторую маску, Вольфсунг, ну, собственно, деревянная маска с нами. Я И кроме работаю с того... мамой. Фрукты, овощи продаем. Работать, в общем, весело, но иногда трудно. Я рад за тебя. Но, короче говоря, когда я пришел в Виндхельм, ко мне подошел гонец и передал мне записку. Записка следующего содержания. Поп-коп! О лабиринте он до сих пор гудит. Вы на всех произвели впечатление, когда показали силу своего Туума. Надо признать, не всех приводит в восторг явление Довокина. Я лично желаю вам приумножить и развить свои таланты. Скорим ныне нуждается в настоящем герое. Вам следует обратить внимание на место под названием Вершина Северный Ветер. Как я понимаю, там находится загадочный источник силы, доступный лишь драконорожденному. С уважением, друг. Такая записка пришла. Так, что же это у нас такое? Где у нас вершина Северный Ветер? Может, у нас теперь квест какой-то открылся? У меня куча сайт-квестов. Это, блин, просто натурально глаза разбегаются. Еще тут что-то есть. Блин, когда со всем этим разбираться? Ну, короче говоря, сейчас мы будем добывать бритву Мирунуса, а с остальным будем разбираться по мере возможности. Вообще, нам тогда сейчас нужно в лабиринте обратно. Заодно отдадим одну маску. Так. Подожди. Да, где-то тут у нас было то место, где можно складывать маски. Или хотя, возможно, я могу просто надеть ту маску деревянную и перемещусь сразу туда, поэтому мне можно было... Хотя, в принципе, не все равно отсюда идти к тому храму, так что все нормально. Сюда нам и надо переместиться. Так, хорошо. Давайте оденем тогда эту маску, поставим вторую, Вольфсунг отдадим. Нет, видимо, все-таки придется там ее надевать. Так, ладно. Вольсунг, конечно, мне нравился, и мы очень много времени провели вместе с этой маской. Она уже натурально стала мне дорога. Но раз их тут нужно собрать, то почему бы и нет? Блин, как я не люблю такую погоду. У нас на улице, блин, снег валит еще. Эти меня расстраивают. Так. Нам сюда. И сюда. Я именно тут надеваю эту маску. Видимо, можно... Ой, зачем я карту поставил? Видимо, можно попасть туда, да? Да, точно. Отлично. Так, ну и вторую маску. Вольфсунг. Куда ее поставить? Вот она. Хорошо, две маски есть, еще осталось найти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть масок, обалдеть. Ну, я думаю, шестая маска, это, возможно, это деревянная уже будет. Хотя могу ошибаться. Ладно, все, надо двигать. Так мы тут уже сдержались. Ой, нет, 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 нет. Не надо, не надо, не надо, пановый. Не надо. Ох, блин, случайно надел. Ой, так.
Ладно, будем осторожней. Так, короче говоря, как же нам попасть в тот храм? Это просто, блин, какая-то головоломка. Кстати говоря, вечерит, по-моему, да? Не хотелось бы мне в темноте шарахаться. Нам нужно вон туда. Где-то поблизости я слышу тролля снежного. Но я не буду вступать с ним в бой, потому что зачем? Нам это не нужно. Ой, тихо. Ладно, он уже заметил. Испробуем наш новый меч. Так. Тролли, кстати, сильнее стали. Хорошо, поехал вниз. Ладно. Блин, да не застревай ты в лестнице, братин. Здесь у нас перевал какой-то. Ну, я думаю, мы идем правильной дорогой. Возможно. Здесь какая-то странная трава, не замерзшая. Опять дракон где-то поблизости. Я его краем уха слышу. Так, ну давай лезь, ну. Так, похоже, мы куда-то мы подходим. Да. Сохраняемся по-быстрому. Прятаться даже негде. Вот плохое место. Ничего, я думаю, мы с ним справимся. Барашка, уйди, сейчас тут битва будет. Да где он? Вот его. Так, ладно. Бежим. Барашка, похоже, почуял, что тут пахнет жареным и решил сквозануть по-быстрому. Вот так. Все, понеслась. Кролик, убегай. Так, это что за дракон? Ледяной? Плохо, плохо. Так, сохраняемся. Только, блин, избавился от костей дракона. И опять трикты. Да, над драконобой. Надоел уже от них бегать. А, хорошо. Морозный. Так, мне хана, судя по всему. Микстура рыцаря. Сопротивление холоду. Где у нас запас сил? Вот, хорошо. Так, раз, два. Да режь ты его, ёлки-палки. Блин, да смотри, не успел нажать. Ничего, сейчас завалим. Завалим этого козла. Да, с Морозным я так и знал, что будет довольно-таки проблемно драться. Ничего, справимся. Так, ну, где ты? Давай, да? Ага, хорошо. Да, блин, куда ты делся?
Ничего, никуда не денешься, как говорится. Тихо. Аккуратно. Да блин, слезай давай, на что ты там сидишь? Ой, ой, блин. Сейчас покоцает меня, еще даже какая битва не началась. Это очевидные проблемы. Так. Стеклянный меч связывания. Нет, какой нафиг стеклянный меч связывания? У меня же его даже нет. А, это лук. Бич. Где бич драконов? Вот. И вот. Хорошо. Но. Но. Как же это было коряво. Нет, по-любому надо добить тут навык до дракона боя получения, потому что это натурально просто уже геморрой какой-то. Так, ну куда ты делся? Так. Ну, давай. Блин, да что ж ты такой надоедливый? Тихо, аккуратно. Давай, хватит жопиться. Так. Да блин, ну ты еще на лету вот не хватало. Да, вообще оборзел уже. Ну давай уже, блин, драться, ну шо ж ты? Геморройщик, а. Давай, спускайся. Подеремся как мужики, но... Так, а чё у меня теперь крик не работает? Так, подрались называется. Но, блин, ну наконец-то. Вот это геморрой, блин. Как у меня до... Задрали и задолбали одновременно, хотел сказать. Короче, вы мне надоели, ребятки. Ну... Хватит уже летать просто так, блин, надоедливо. Ну, еще одна душа. Ну, куда мне их? Мне их девать уже некуда. Кости я себе даже брать не буду. Ну, у меня уже, потому что там, по-моему, штук 30 лежит костей, чешуи в ящике дома. И я не вижу, чтобы у меня деньги тратились там. У меня, блин, 56 тысяч. Короче, давайте мне слово силы, я за ним сюда шел. Разозлили вы меня просто по-страшному. Мороз, морозное дыхание. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Ну, пусть будет. Ну? Алло. Что за день, а? Еще скажет, ты не научен. Так, ну-ка, давайте посмотрим тогда. Выучилось ли оно? Или это какой-то опять глюк? Так, морозное дыхание. 12 душ драконов свободных. Обалдеть. Ладно, может против какого-нибудь огненного монстра пригодится. Но пока что-то даже не знаю, нужно ли оно мне или нет. Ладно, я чувствую, я и отсюда даже не попаду туда, куда мне нужно. Оно где-то вон там. Как же мне попасть еще выше? Ладно. Я вам все припомню. Так, ну получается, сейчас будет тропинка, мы налево повернем, что ли?
Других вариантов у меня нет, я просто не знаю, как к этой гаре уже подступиться, я ее вокруг обошел. Так, а где тропинка-то была? А, вон туда сейчас пойдет. Ой, блин, как я не люблю такую погоду, а? Давайте уже, пожалуйста, мне что-нибудь солнечное. Вот как вот тут у нас погода хорошая царит постоянно. Вот в этих краях. Самые такие места красивые. А то, что тут этот снег постоянно вьюга, это, конечно, блин, атмосферно, типа там норды и все подобное. Вот просто до того достает эта пасмурная погода уже, что на улице пасмурно, дома пасмурно. Так, ну как мне туда попасть, в вашу же дивизию? Кто там? Мишка? А, Ксабрезуб. Передумал? Чё это было вообще? А, он там все, похоже, повкуснее цель нашел. Ну ладно. А вот, судя по всему, и дорога. Ой, теперь дождь пошел. Да что же за жизнь такая, а? Так, ну... Да, похоже, мы правильно дорогу наконец-то идем. Это получается... Я вот тут вот все исходил. И только вот тут оказалась правильная дорога. Обалдеть. Вторую серию пытаюсь сюда попасть. Это, конечно, да. А кто-то меня просил в 100 серию уложиться. Туда же просто, чтобы попасть куда-то, 2 серии уходят. Так, сохранимся. На всякий пожарный. Это что у нас? Снежный ягодник. Ладно, понятно. Ох, блин, я не вижу такой, прям, чтобы дорога вот прям была. Ну, что ж мне приходится скакать по этим буреломам? Вот забрались, а? По-моему, самое труднодоступное место пока что. Из тех, что я видел. Если этот клинок не будет того стоить, то я сильно расстроюсь. А вот на такой местности, как правило, еще нападают драконы. На такой местности с ними драться, это будет по-настоящему печальное зрелище. Так, ну что? Блин, я не уверен. Может, вот оно? Поймешь. Блин, куда я попала? Чё я тут делаю? Ага. И как я должен был прийти оттуда? Ладно, пусть это будет на их совести. Я не знаю, как я должен был попасть сюда нормальным путем. Я, честно говоря, просто запутался тут уже. Ладно, попал как-то и попал. Уже хорошо. Уф, так. Ты здесь. Хорошо. Я положу части на алтарь. И тогда Дагон заговорит с нами. Ну давай, попробуй. Сохраняемся. Мирунас Дагон, владыка перемен. Мы принесли тебе твою бритву. Ой, какой красавчик. Умоляем тебя вновь показать Тамриэлю всю славу этого клинка.
не получается. Может, ты попробуешь? Подойди, положи руки на алтарь. Ну давай. Ты смертный. С тобой можно говорить. Тебе удалось собрать части моей бритвы. Это была забавная игра. Но Дагон не объявит победителя, пока на доске есть пешка. Убей Сила. Он и его род заслужили свою службу. Так, будь сделано. Убей его. Стань моим героем, или я тебя сокрушу. Сокрушалка треснет. Стой, стой! Не убивай меня! Есть другой способ. Я могу отнести эти части обратно в музей, закрыть их в витрине. Ты получишь довольно золота, я завершу свою коллекцию, и никому не надо умирать. Братюнь, у меня золото просто, я уже не знаю, куда его девать, так что не катит. Ладно, но без боя я не сдамся. Я понимаю. Не стоило сюда... Что, живой что ли? Блин, удивительно, после этого очень положительного подавана из The Old Republic опять играть этим подлецом. Ну да ладно. Так, безупречный рубин, эти рубины тоже некуда девать. Я даже уже вот это брать не буду. Все, долбись конем. Я доволен, смертный. Я дам тебе свою бритву. Используй ее, чтобы погрузить Тамриэль в хаос. Ладно. Благодарю, лорд Дагон. Я использую бритву так, как посчитаю нужным, Дагон. Избавь меня от своей мелочной гордыни. Ты лишь орудие моей воли, смертный. Не забывай. Я твой дом труба шатал. Положи руки на мой алтарь в последний раз, и ты узришь силу Мируна Дагона. Ну ладно. Нифига себе. Молодца! Перед тем, как ты уйдешь, смерть, последнее задание. Давай охренели, что ли? Так, ну? Какой же ты мразишь все-таки, а? Так, ну может у вас что-нибудь... Вот сердце, да, ядра, допустим. Так, сердце... боевой топор... Пофиг. Нет, тебя я убил уже. Ключ, сердце... Блин, тут хорошая вещь. Ну и в принципе, давайте, что ли, заканчивать на сегодня. Это было подло. Подло это было, Дагон. В следующей серии посмотрим, что у него святилище. Да, отправимся уже по квестам Темного Братства. Или просто сайт-квесты начнем разбирать уже по одному. Посмотрим. Ну, короче говоря, на этом пока что все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Аштур. Всего хорошего. Пока.